Здорово, братва! Сегодня у нас на канале телефончик LG K22. Я вам покажу, как на нем получить доступ к настройкам разработчика. Для этого нам в первую очередь надо открыть настройки, спуститься в самый низ, перейти в раздел «О телефоне». Здесь также спускаемся в самый низ, находим строку «Номер сборки» и тыкаем по ней пальцем, пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». И теперь вы можете найти настройки разработчика в разделе «Система» дополнительно. И вот они, наши настройки для разработчиков. Получите к ним доступ и ознакомьтесь с ними собственноручно. Как видите, здесь довольно много очень интересных и максимально полезных настроек. Также вы можете их выключить здесь, и они пропадут из списка настроек. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!